В онлайн-режиме состоялось награждение победителей конкурса беспроцентных займов на развитие бизнеса в Печенском муниципальном округе. На перспективные проекты можно было получить до 30 миллионов рублей. На конкурс поступило более 200 заявок, из которых в финал вышло 24 проекта. И вот сегодня были названы 11 победителей, которые помогут создать порядка 145 новых рабочих мест на территории Печенского муниципального округа. Среди них проекты туристической инфраструктуры, аквакультуры, животноводства и два завода. Одно из ключевых предприятий Кольского полуострова и, безусловно, компания, которая... очень важным приоритетом считаю для себя социальное направление, развитие территории, формирование качественной инфраструктуры. Мы убеждены в том, что инициатива, предпринимательство, желание создавать что-то своими руками – это мощнейший стимул для развития любого региона. И Печенский округ, конечно же, может оказаться в числе тех регионов, где предпринимательская активность формирует совершенно иное качество жизни. Поэтому конкурс наших беспроцентных займов, итоги которого мы подводим сегодня, стал частью большой комплексной программы развития Печенского округа. Программу социально-экономического развития Печенского района разработали региональные и местные власти совместно с компанией «Норникель». В этом году главная задача – перезагрузить экономику округа. Конкурс – это прекрасная возможность для создания новых рабочих мест на территории округа, в том числе в Никеле, это развитие инфраструктуры нашей. И также немаловажно – это реализация идей самих предпринимателей. Во время защиты проектов мы спрашивали участников о том, будут ли они реализовывать свои проекты в случае, если они не станут победителями конкурса. И было очень приятно слышать о том, что даже если... участник не станет победителем конкурса, он все равно будет настроен на создание своего бизнеса, на развитие экономики на территории Печенского округа. Конкурс включал в себя и образовательный компонент. Эксперты провели около 350 консультаций и семинаров, а также 4 дискуссии о предпринимательстве «Бизнес-среда». Начать реализацию своих бизнес-проектов победители конкурса должны в 2021 году.